Уважаемый Виктор Григорьевич, рассмотрите, пожалуйста, прилюдно данное видео. Там есть интересные факты, которые подтверждают вашу теорию и практику. Всем будет интересно. Виталий – суперагент. Давайте попробуем, взглянем. Погнали. 7 крамольных фактов о гравитации. Все мы проходили закон всемирного тяготения в школе, но что мы на самом деле знаем о гравитации, помимо информации, вложенной в наши головы школьными учителями? Давайте обновим наши познания. Первое. Закон всемирного тяготения. Всем известна знаменитая притча о яблоке, которая упала на голову Ньютону. Но дело в том, что Ньютон не открывал закона всемирного тяготения, так как этот закон просто-напросто отсутствует в его книге «Математические начала натуральной философии». В этом труде нет ни формулы, ни формулировки, в чем каждый желающий может убедиться сам. Более того, первое упоминание о гравитационной постоянной появляется только в XIX веке, соответственно, формула не могла появиться раньше. К слову сказать, коэффициент G, уменьшающий результат вычислений в 600 миллиардов раз, не имеет никакого физического смысла и введен для сокрытия противоречий. Из всех известных фундаментальных констант, именно численное значение гравитационной постоянной определено с наименьшей точностью, хотя важность этой величины трудно переоценить. Все попытки прояснить точное значение этой константы не увенчались успехом. По константе, вот у нас фильм «Воздействие» есть, физическое воздействие, или называется «Формула всего». Мы там подробнейшим образом рассказываем, что такое, откуда этот G берется, что это за константа. Смысл такой, до настоящего момента, ну, до 20 века, до 21 века, не существовало прямого вывода закона тяготения формулы. Это просто, ну, вот так вот подобрали, подошло. Вот. А все детали, ну, никому не удавалось описать, или, может, просто никто этим так плотно не занимался. Вот. Теперь эта проблема решена, мы это выполнили. Впервые в мире получили полную формулу физического воздействия, где полностью показана вся природа прохождения возникновения этого коэффициента вот прямо подетально, без вариантов. Это уже спорить невозможно, это вот так, как оно есть. Поэтому вот эти вот все, вот тут некоторые комментарии, то, что по коэффициентам, мы их просто пропускаем, не комментируем. А все измерения так и остались в слишком большом диапазоне возможных значений. Тот факт, что точность численного значения гравитационной постоянной до сих пор не превышает 1/5000, редактор журнала Nature определил как пятно позора на лице физики. В начале 80-х годов Фрэнк Стейси со своими коллегами измерял эту константу в глубоких шахтах и скважинах Австралии, и полученное им значение оказалось примерно на 1% выше официального значения, принятое в настоящее время. Второе. Лабораторные подтверждения. Считается, что Кавендиш первый продемонстрировал гравитационное притяжение у лабораторных болваночек, использовав крутильные весы, горизонтальное коромысло с грузиками на концах, подвешенных на тонкой струне. Коромысло могло поворачиваться на тонкой проволочке. Согласно официальной версии, Кавендиш приблизил к грузикам коромысла пару болванок по 158 кг с противоположных сторон, и коромысло повернулось на небольшой угол. Однако методика опыта была некорректной, и результаты были сфальсифицированы, что убедительно доказано физиком Андреем Альбертовичем Гришаевым. Кавендиш долго переделывал и настраивал Вот когда задним числом что-то доказывают про фальсификацию, у нас есть реальные приборы, которые работают, ну, по этому же принципу, да, мы приводили его в фильм, когда вот, пожалуйста, вот, лаборатория, один шар, второй шар, да, и есть это движение, оно по факту есть. Но реальное физическое движение, оно не такое, что вот два шара раз так вот. Он там ползет, долго-долго минутами там ползет и изменяет свое положение, да, при изменении шара. Это, ну, реальные вещи, поэтому как бы тоже комментировать
пропустим, не будем. Настраивал установку, чтобы результаты подходили под высказанную Ньютоном среднюю плотность Земли. Методика самого опыта предусматривала движение болванок несколько раз, а причиной поворота коромысла служили микровибрации от движения болванок, которые передавались на подвес. Это подтверждается тем, что такая простейшая установка в учебных целях должна была бы стоять, если не в каждой школе, то хотя бы на физических факультетах вузов, чтобы на практике показывать студентам результат действия закона всемирного тяготения. Однако установка Кавендиша не используется в учебных программах, и школьники и студенты верят на слово, что две болванки притягивают друг друга. Третье. Странности Луны. Если подставить в формулу закона всемирного тяготения справочные данные по Земле, Луне и Солнцу, то в момент, когда Луна пролетает между Землей и Солнцем, например, в момент солнечного затмения, сила притяжения между Солнцем и Луной более чем в два раза выше, чем между Землей и Луной. Согласно формуле, Луна должна была... Маленько ребята не могут сосредоточиться, по-моему. Давайте еще раз. Сила притяжения между Солнцем и Луной более чем в два раза выше, чем между Землей и Луной. Согласно формуле, Луна должна была бы уйти с орбиты Земли и начать вращаться вокруг Солнца. Вот люди просто не понимают ситуацию. Вот у нас, допустим, Солнце. Вот Солнце. Вот Земля. Вот Луна. И вот когда Луна здесь... Люди говорят, что Луна должна уйти с орбиты Земли и начать вращаться вокруг Солнца. Луна уже вращается вокруг Солнца, уже вращается. Это уже случилось, вы просто этого не понимаете. Она вот вращается вместе с Землей по орбите вокруг Солнца. Вот она вращается. Она уже вращается, и она уже в равновесии. Учтены обе силы. Сила инерции и сила тяготения. Вот она вращается. И это все уравновешено. Это уже не важно, здесь она или не здесь. Она вот так вот вращается вокруг Солнца. Это учтено. А здесь люди в этом ролике, они не понимают, что происходит. Им кажется, что это вот все. Они рассматривают модель в данной трактовке. Когда вот здесь гвоздиками прибита Земля, здесь Солнце, два магнитика. И вот когда зайдет сюда, наверное, и все, так, Луна такая, вжух, на солнышко упадет. То есть немножко не смогли сосредоточиться. Повнимательнее просто будьте, когда формируете материалы. Луна, помимо прочего, не проявляет своих притягивающих свойств по отношению к Земле. Пара Земля-Луна движется не вокруг общего центра масс, как это было бы по закону всемирного тяготения. И эллипсоидная орбита Земли, вопреки этому закону, не становится зигзагообразной. Более того, параметры орбиты самой Луны не остаются постоянными. Орбита, по научной терминологии, эволюционирует, причем делает это вопреки закону всемирного тяготения. Как же так, скажете вы? Ведь даже школьники знают про океанские приливы на Земле, которые происходят из-за притяжения воды к Солнцу и Луне. По теории тяготения Луны формирует приливной эллипсоид в океане с двумя приливными горбами, которые из-за суточного вращения перемещаются по поверхности Земли. Однако практика показывает абсурдность этих теорий, ведь согласно ним приливной горб высотой 1 метр за 6 часов должен через пролив Дрейка переместиться из Тихого океана в Атлантический. Поскольку вода не сжимаема, то масса воды подняла бы уровень на высоту около 10 метров, чего не происходит на практике. На практике приливные явления происходят автономно, в областях 1000-2000 километров. Еще Лапласа изумлял парадокс, почему в морских портах Франции полная вода наступает последовательно, хотя по концепции приливного эллипсоида она должна наступать там одновременно. По материалам, по приливам, по Луне, по этой форме, вот как раз мы единственные, кто дал материал, который помогает объяснить и форму Луны, вот эту вот вытянутую, да, замороженный так называемый лунный прилив, и вообще наличие вот этих двух горбов. Это в нашем фильме все есть. Единственное первое объяснение в мире адекватное, которое появилось при наличии физического фактора, при наличии сил, тот силовой конус мы показали. Это вообще вот нигде на планете нету этого объяснения, только у нас. Все остальное волшебное, да, мы гадаем. Луна почему только формы? Она так замерзла, это такой кирпич так вот случился.
А чтобы оно замерзало в таком кирпиче, его надо какими-то силами было удерживать. Кирпичи сами не замерзают без формы. Четвертое. Измерение гравитации. Принцип измерений гравитации прост. Гравиметры измеряют вертикальные компоненты, а отклонение от веса показывает горизонтальные компоненты. Первая попытка проверки теории тяготения масс была предпринята англичанами в середине 18 века на берегу Индийского океана, где с одной стороны находится высочайшая в мире каменная гряда Гималаев, а с другой – чаша океана, заполненная куда менее массивной водой. Но, увы, отвес в сторону Гималаев не отклоняется. Более того, сверхчувствительные приборы – гравиметр. Кем он там был, английским экспериментатором? Я вообще что-то предлагаю все данные английских приборов, английских экспериментаторов, чего там, английских свидетелей, соучастников и так далее. Просто автоматически все вот так вот скрутить, даже без проверки. Вот то, что вот они там копошат, это люди уже черные дыры узрели, искривление пространства и так далее. Все это отбросить в сторону, развиваться без английских данных, без этих слабоумных английских данных. В английские эксперименты априори теперь не верим ни в какие. Гравиметры не обнаруживают разницы в тяжести пробного тела на одинаковой высоте как над массивными горами, так и над менее плотными морями километровой глубины. Чтобы спасти прижившуюся теорию, ученые придумали для нее подпорку. Якобы причиной тому – изостазия. Под морями располагаются более плотные породы, а под горами – рыхлые, причем плотность их точь-в-точь такая, чтобы подогнать все под нужное значение. Также опытным путем было установлено, что гравиметры в глубоких шахтах показывают, что сила тяжести не уменьшается с глубиной. Она продолжает расти, будучи зависимой только от квадрата расстояния до центра Земли. Существуют природные аномалии гравитации, которые также не находят никакого внятного объяснения у официальной науки. Так, тут, как сказать, вот это вот вольное перечисление фактов, есть точки зрения, есть домыслы. Вот с этим совсем работать надо, начиная с четвертого закона логики достаточных оснований, опираясь на проверенную информацию, на проверенные факты. Когда вот это вот идет перечисление тезисов, здесь непонятно, что из этого потока достоверно, какие измерения достоверны вообще, на что, чему можно доверять, чему нельзя. Тут интересная попалась информация. Человек выставил 3 снимка данных о замере тяготения на особо точных весах. И из этих данных следовал прирост во время восхода Луны. Микродоли, но как бы стабильная система в разных условиях это показывала. Поэтому, ребята, если у кого есть возможность обратиться к результатам таких измерений на точных весах, силы тяготения в зависимости от лунного воздействия, пожалуйста, оформите эту информацию, доступную к прочтению, и огласите, сообщите об этом. Какие-то четкие, внятные данные по измерениям, и как у нас тяготение варьирует от положение небесных тел, в частности, от восхода Луны. Подобная информация проходила, кстати, еще, по-моему, от Шнуля, и не дошли руки это отсмотреть, проверить. Пожалуйста, если кто-то имеет возможность позаниматься, позанимайтесь, пожалуйста, сообщите результаты, что из этого соответствует реальности. Вот несколько таких примеров. Да. Так, ну это пропустим. Тут. Реально наверх едет. Тут невозможно с этим работать. Субъективная оценка вверх, не вверх. Тут операция как бы невозможна.
Субъективная эта оценка, не субъективная, по каким приборам верх-низ определен. Просто так мы поглядели и сказали, там верх-низ. У всех разные ощущения. Пятое. Отсутствие у малых космических тел гравитации. Независимость тяготения от вещества подтверждается тем, что за редчайшим исключением у малых тел Солнечной системы гравитационная притягивающая способность отсутствует полностью. За исключением Луны и Титана, у более чем 60 спутников планет признаков собственного тяготения не наблюдается. Это доказано как косвенными, так и прямыми измерениями. Например, с 2004 года зонд Кассини в окрестностях... Вот наблюдается, не наблюдается, оно есть, не быть не может. Вот любая масса во Вселенной, она находится в гравитационном взаимодействии. Значит, мы что-то не... Если как-то определяем и не видим этого, значит, что-то не так делаем при определении. В окрестностях Сатурна время от времени пролетает рядом с его спутниками. Однако изменений скорости зонда не зафиксировано. С помощью того же Кассини был обнаружен гейзер на Энцеладе, шестом по размеру спутнике Сатурна. Какие физические процессы должны происходить на космическом куске льда, чтобы струи пара улетали в космос? По той же причине у Титана, крупнейшего спутника Сатурна, наблюдается газовый хвост, как следствие стока атмосферы. Не найдено предсказанных теорий спутников у астероидов, несмотря на их огромное количество. Так, ну половину посмотрели, 9 минут посмотрели из 16, чуть больше половины, да? Ладно, хорош. Wow.